Лидер партии «Патриоты России» с рабочим визитом посетил Ивановскую область. На встрече с журналистами Геннадий Семигин рассказал о проблемах страны, отдельных ее регионов и, конечно, о предстоящих выборах. По заявлению председателя партии, «Патриоты России» занимают первое место среди непарламентских партий. За плечами уже более 7 лет оппозиционной работы. Геннадий Семигин напомнил, что именно его коллеги спрогнозировали кризис 2008 года. И в ближайшее время история может повториться. Предкризисный период в стране уже наступил. Рост ВВП 1,8 вместо 2,4, хотя о росте в 2,4 даже говорить будем отдельно. Нулевой рост промышленности, падение инвестиций в стране, падение экспорта, падение конкурентоспособности, рост инфляции, рост безработицы, рост тарифов ЖКХ 12-18%. В Ивановскую область лидер патриотов приехал не случайно. Небогатый регион с такими же небогатыми жителями. Нужна помощь и новые пути решения старых проблем. Уже после выборов партийцы собираются предложить губернаторам и мэрам свои социально-экономические проекты. Ивановской области помогут с ЖКХ. А конкретно подскажут, как сдержать рост тарифов за счет модернизации коммунального оборудования. И сейчас очень много в стране компаний с российским производством российского оборудования, которое экономит до 40-50% в разных направлениях. Когда он дал бы этим людям участвовать в этом процессе и извлекать, кстати, небольшие доходы, то мы увидели бы снижение реальных общих концовочных тарифов в ЖКХ. Что касается выборов, то кардинальных перемен в расстановке политических сил после сентябрьского голосования не будет, считают патриоты. Правда, это в том случае, если половина избирателей, как обычно, свой голос оставит при себе. Неожиданности будут лишь в том случае, если все придут и выполнят свой гражданский долг. Представляете, они придут и выберут одну или две максимум силы, за которые вот этот вот объем людей проголосует. Знаете, что здесь будет? В хорошем смысле слова. Вот это будет настоящий выбор. Но они не идут. У них есть аргументы, мы не верим, что никакого выбора нет. Бюджетников всех приведут за руки. В отношении своей партии Семигин делает весьма оптимистичные прогнозы. В Ивановской области «Патриоты России» планируют набрать свыше 5% голосов избирателей. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.